полезные овощные салаты помогут избавиться от шлаков и токсинов. Все слышали о детокс-соках, но сегодня расскажу, как приготовить детокс-салат с кускусом, благодаря ему вы сбросите лишние килограммы. Детокс-салат полезен для организма и поможет справиться с лишним весом. Есть множество вариантов. Овощные, фруктовые, со злаками. Мне по душе последний вариант, салат сытный, поэтому вам не захочется скоро кушать. Можно есть его на обед и ужин, добавив белка в виде мяса или рыбы. Список ингредиентов в конце видео. 1. Выложите кускус в миску и залейте его 1,5 стаканами кипятка, оставьте на 10 минут под крышкой. 2. Промойте и нарежьте кинзу, петрушку, измельчите фисташки и сушеную вишню, почистите чеснок и выдавите через чеснокодавку. 3. Смешайте в небольшой емкости оливковое масло, яблочный уксус, соль и перец. 4. Добавьте все ингредиенты в готовый кускус и перемешайте, подавайте салат к столу. Подписавшимся, больше вкусностей. Вкуснее тем, кто подпишется. Обещанный список ингредиентов. Кускус 1 стакан, фисташки 3 столовые ложки, оливковое масло 2 столовые ложки, яблочный уксус 1 столовая ложка, сушеная вишня 0,5 стакана, петрушка 2 штуки, кинза 2 штуки, чеснок 1 зубчик, соль, перец по вкусу, количество порций 4. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. До новых встреч!